Вам же, конечно, письмо раздали, а? Я так у моих предков отобрали все. Просто я прошел требовал 15 рублей, понимаете? Было очень богато в свое время. Отобрали все, понимаете? Но я не вижу, чтобы раздали все остальное. Ничто никуда не исчезает. Естественно. Я не знаю. Я знаю, куда пошло, кому не было кармана, почему и зачем, и из-за чего. И подтверждение того, я собрал много документов, подтверждающих того, что действительно происходило на территории нашей страны, что это происходило, почему, зачем, кому и так далее. Вот это мы свои пытаемся предложить. Опять-таки, я не призываю схвататься с ступеньки и начинать бить направо, налево, все, кому попало. Это неправильно. Это как раз и хотят. Это совершенно не нужно делать. Потому что если это произойдет, вот это будет проблема. Нужно просто восстановиться справедливостью. Исторически, хотя слово я не буду, справедливость прошлого и современного. Вот мое такое понимание после этих моментов, и осталось немного времени уже, 20 минут. Наверное, давайте хотя бы 10-15 минут каких-то вопросов, чтобы не было говорящей голова. А что будет в 12 году в вашем году? 21 декабря? В 12 году? 12. А вы имеете в виду, так сказать, насчет приближения космического объекта? Нет, зачем писали майя, всякие, не только они. Ну, во-первых, многие вещи должны...